Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами снова Артём Артур. Всем привет! Мы продолжаем проходить Resident Evil 5 в последней серии. Что мы делали в последней серии? Убили? Мы убили мумитроля, здорового такого. Я его даже мумитролем бы не назвал. Как это какой-то, я не знаю, Халк, африканская такая версия. Это Громозила, короче. Ну, что-то типа того. Короче говоря, это было достаточно сложно, но при этом достаточно проходимо, поэтому мы прошли. Теперь мы приехали на болото, нас сюда ведет дорога. Вот. Да, тут какой-то на болотах завод вроде. Судя по данным разведки. Так, и что у нас? Пластина зверя. Подобрали пластину зверя. К чему это интересно? Ну, это к тому, что у нас есть там на карте точка. Вот, там находится дверь. И чтобы ее открыть, нужно собрать 4 таких пластины, которые разбросаны по всей локации. Мой рубин. Ну ладно. Труп агента БСА. На КПК неотправленное сообщение. Рапорт. Так, ну, как обычно, на паузе читаем. Рапорт. Хорошо. Так, ну и все, рулим отсюда. Да. Чурики, я за рулем. Блин. Не, ну давай пересядь. Да ладно, ладно. Не, просто у меня снайперская винтовка, мне будет удобней на дистанции. Так, подожди. Ну, поехали. Ну, там карта, смотри, просто. А нам вот эту вот точку, куда пульсирует, нам туда нужно уже привести под пол, конец, да? Да, да. Хорошо. Чё не орёшь, ровнее держи. Я так себя неуверенно чувствую. Блин, вот Африка в игре все-таки, конечно, офигительная. Да. Что не говори, локации игры обалденные. Да, выглядят. За много игру поругать можно, но только не за графику и не за дизайн уровней. Да это ладно! Так. Где тут причал? Я уже не помню. А я вообще не ориентируюсь тут. Ну, вроде правильно едешь. Идешь. Плыву. Ну, возможно. Кому чё, короче. Так, чё-то... я немного не с той стороны заехал, по-моему. По закоулкам. А, вот, приехали. Ну, так и было задумано. Пришли. Как там моряки говорят. Плавает говно! Ну или как-то так. Нормально. Так, что у нас тут есть? Здесь у нас ничего. Африка. Негры. Малярия. Солома. Африка. Это Спарта. Так, что у нас тут? Тут у нас какой-то идол. Серебряный идол. Ну, я так понимаю. Да, только хотел сказать. Попа у вас и зомби. Ой, еще и со щитами теперь ребята пошли. Ну да. Африканский спецназ. Ой, блин, как это так получилось? Я его прострелил. Так, у тебя за спиной там столько всего. Вкусно. Оп! С копьями, офигеть. Да хорет, ну что ж ты делаешь-то? Да, блин, я попасть не могу. Короче, нафиг нужно отступать, по-моему. Там у нас со спины Сэм Фишер идет. Да? Так вот, ту-ту-ту. Да, блин, он встает даже как Сэм Фишер. Такой. Блин, ты посмотри. Да ты захлебнешь. Бежим, бежим. Шайтан. Тебя там тоже, что ли? Зажали что-то вообще. Нормально бы, да, вместе держаться. Да вы уже надоели. Ох ты, нифига. Идея была. Да, блин, я их-то так не могу. Почему-то. Отходи, я гранату кину. Тут уже некому кидать особо.
Окей. Да, поэкономим. Стоит так, гранату держит. Да, блин. Они какие-то этот. Не да, такие, да? Да. Какие-то они подвижные. И выносливые. И их еще почему-то не получается именно ударить. Ох, вот это смачно. С кувырками. Что там у тебя? Стащил. И аж башка разлетелась у него. Да, шеву могет. Фух, так, ну беги сюда, подлечимся. Так, даже что-то такое. Зажигательная граната, сейчас зажигать будем. Хорошо. Еще одна. Блин, ну тут эти прикольные такие. Бегают кишкисты. Такие чук-чук-чук. Музыку этот надо включить. Из розовой пантеры. Тыри-тыри. Такая, да. Так, короче. Оп, нет ничего. Здесь вообще спокойно. А мы тут взяли идол? Нам нужно возвращаться, наверное, нет? Или мы еще не взяли его? Нет, мы не взяли. А он тут есть вообще? Мне интересно. Так, ну у меня какой-то значок есть, короче. Ну это то, что мы взяли самую первую. Где-то... А, вот здесь мы еще не были, по-моему. Вот. Вот здесь, наверное, в сундуке. Вполне возможно. Ага, точно. Второй кусок. Сейчас возьмем, наверное, и... Да нет. Опять. Сколько ж можно, тут и так бой не устроили. Ну, пьяная ладно. Драка в коммунальной квартире. С выключенным светом. Да-да-да. Блин, ну какой у меня кабанище все-таки. Это офигеть. Грузный такой шкаф с антресолями. Ага. Ключик маленький вываливается, да? Так, я сюда выйду как-нибудь по-другому, нет? Ну, думаю, нет. Сзади тупик. Хорошо. Я не помню, как тут ускоряться. А, вот, нашел, да? Да нормально. Я просто стараюсь. Там что-то не было. Вляпаться. Ну? То есть. Букая! Букая! Я так не попаду нифига. Да нормально, Цельси, что ты, ну? Да как? Сейчас я отъеду подальше. Кажись, попал в кого-то. Ты еще взорвался нафиг. О, блин, они оказываются. Давай. Капец ты косой. Не попал. Не, ну я попаду. Не попал. Да что ты, ну? Вроде ж как. А, вот попал. Ну ладно. Получилось главное. Так, а нам калитку не открыли, а он еще сидит на башне один. Бомбы кидает. Пес. Да он не докинет, походу. Все, ханаем. Может это мина. Смотри, не наедь на нее. А как вот эта штука открылась? А это задумано так. Магия Вуду, понимаешь? Нет, они такие. Ого! Мы нафиг выпускаем их. Так, куда дальше там плыть-то? Ну, в принципе, у меня еще... Ух ты, нифига себе. Так вот, то есть, да? GTA! Кармагеддон. Ну, прямо тогда. Да, да, вот так по это. По над стеночку. По часовой. У нас прям open world какой-то. Да. Так, ну сюда пока не едь, нам сюда последнюю очередь нужно. Да вставили мы. Ну ладно. Так, что у нас там? Там то, что нужно. Окей. По-моему. Может и нет. Так, хорошо, приехали. Так, тут у нас приколюха есть. Тут вообще ничего не вижу. То есть ни врагов, ни частей нужного. Ну да, кстати. Какой-то такой на отшибе райончик.
бунгало. А, он там в сундучке будет. Ага. Что это такое? Чаша серебряная. Продадим. Там все, больше ничего нету? Конечно. Конечно, тогда зря ехали. Да, нормально. Все только за баксами. Так. Ну, теперь ладно. Туда. Но я думаю, там в этой деревне уже будет что-нибудь. А, ну что, у нас же две уже части есть, точно. Тогда все логично. В смысле, а сколько надо? Четыре. Ага. А где четвертая тогда, если тут третья? Ну, ты сейчас повернешь налево. Мы заедем. А четвертая будет дальше там. Ой, стой. Надо было чуть назад. Так? Задний ход. Стоять. Вот, я что-то нашел. Ну ладно. А как я его подберу, подожди. Ладно, ну его нафиг. Неохота мне слазить с этой лодки. Так, ну нам прямо куда-то. Да хватай, ну. Так, что у нас тут? Здесь у нас... По адресу. Тут нам рады. Любят и ждут, как говорится. Не, ну я понимаю, там как-то эти еще зараженные африканцев, ну то есть эти папуасов-то как. Это вообще непонятно. Что они ходят такие агрессивные. Ну, они тоже заряженные. Ну, понятно, что зараженные, но как? Как вообще? Бой нам тут. Мучалка. Да и так разберемся. Там что, девушка, которая скорка только что разнесла голову щепки, одному из папуасов учит. Да, как учит. Как бой, что ли? Здесь винтовочные. Хорошо. Come on! Спокойствие. Ой, что это, курица, так. Я перепугался. Да стой ты, ну. Что? Она, по-моему, что-то подозревает. Так, тут картечь. Подожди, а где мое яйцо-то? Ну, яйцо со змей выпадает. Курица, значит, у нас живородящие, да? Патроны, да. Для дробовика есть. Сейчас. Так. Денги. Да, размножается спорами у нас курочка. Ну или так, в принципе, тоже вполне логично. Так, картечит, хорошо. Биологии. Нет, я всегда как-то, то есть, любил научный подход. То есть, дети как появляются? Прилетает аист. Да. И все нормально. И все счастливы. И аист. Некоторые иногда, дети. То есть, очень глубоко такие вот мыслящие люди их находят в капусте. То есть научный подход. А ты говоришь про какие-то споры. Так, винтовочный патрон. Come on! Подожди. Ладно, найдешь. Так, если сейчас эту фиготу не поднимаем, как только мы ее поднимем, тут орава пойдет. А может мы сразу тогда, как ее поднимаем, бежим и уезжаем? Нет, мы не можем не поквитаться с ними. Ну как скажешь. Просто прикол в том, что я буду сидеть на вышке и стрелять из снайперской. А я умирать. А ты будешь бегать по кругу и... И визжать. За приманку. И визжать. Ты готов? Нет. Нет, отлично. Я тоже. Вот из тех ворот будут идти. Ага. Всякие разные. Ну ты там иногда будешь постреливать, а я буду сверху контролить. Хорошо. А больше ниоткуда не будут идти? Может и будут, я честно не помню. Да, блин. Нафига их там. Чё ты там говорил? Слышать? Да убейте вы свою. Если бы я ещё мог попасть. Офигеть, они ещё и швыряются. Да, эти такие. Офигенное прикрытие. Спасибо. Что там происходит? Я жить хочу, чё. Винтовочные патроны, потом я тебе их подарю. Ого, там сига, они чисто ниндзя.
Да он вообще, ты посмотри, я не хочу даже знать. Я все, я ухожу. Причем он предвидит за секунду до, когда я выстрелю, и уворачивается. Я разочаровался в жизни, тут за мной такая хрень ходит. А, это опасно. Короче, она должна открыть свою пасть, и тогда ей надо стрелять. Да, вот еще, ну нахер. Да, блин, ну он в тебя целился и такой резко на меня поворачивается за долю секунды и выпускает. Ой-ой-ой. Да ёлки-палки. Как тяжело все это. Стреляй ему. Ай, ладно. Да, подожди, я тут при смерти. Да, отвяжитесь от меня. Не заряжаю. Да полез. Я думал, тебя тоже подлечит. Так, все, нужно уже с этим разобраться. А, во! Так, ну ладно, пока он ходит, я тут маленько приду в себя. А то это слишком серьезное потрясение для меня, такую хрень увидеть. Ну да. Офигеть. Все. Охренеть просто. Отлично. Было не сложно, признай. Ладно, хоть. ну да. Ладно, хоть труп исчезает, это просто. Я бы просто увидел и все. Погиб бы там на месте. И все. Что там у него внутри было? Тут у нас вот такая штука. Чтоб ты себе ногу сломал по приземлении. Прикрытие. Спасибо. Так, хорошо. Одна осталась, походу. Да. Они даже дышат одинаково, примерно такие. Что бы это значило? Не знаю, если бы это была игра не серии Resident Evil, то я бы подумал, что Шева запала на Криса. Но это Resident Evil, тут все просто друзья, как обычно. Ну да. Японцы. Они из одной крайности в другую бросаются вечно. Ну да. Оп. Так, приплыли. Прибыли. Так, у меня не так уж и много всего. Поэтому я пойду первым. Так, тут будут крокодилы, предупреждаю. Крокодилы? Хорошо. Беги! Офигеть! Это не крокодил, это. Это тираннозавры какие-то. Плавучие. Он за тобой гонится. Их тут двое. Да не факт, что двое, по-моему, трое. А, ну да, может быть, так даже. Я как-то сразу на автопилоте нашел, куда идти нужно. Ну, я надеюсь, что я то место нашел, конечно. Разыскиваю еще всякие приколюхи тут. Come on! Ну его нафиг. Я так подумал. Обойдусь как-нибудь. Смотри. Вон там, видишь, в окошке наверху? Спецназ сейчас тут будет. Бля, они там, походу, в картишке. Блин, говорит, пацаны. Спрыгивали такие. Ну, давайте. Опасные ребята. Хорошо. Так, ну и ладно, нормально. Размотали. Так, кстати говоря. Бери яичко и кушай его. Сейчас, погодь. Пустой поровоз. На. Так, я яйцо, пистолетные патроны. Хорошо. Яичко скушай, здоровечко пополнишь. Офигеть. Выпил такой. Так, а тут у нас то же самое будет на крыше? Ну, не факт. Тут будет за углом. Да постой ты. Отлично. Так, хорошо. Все четыре части у нас. По-моему, пора покинуть это гостеприимное место. Я думаю, да. Самое время. Хоть всю жизнь бы тут жил, конечно, но... Ну, не дела.
Я просто представляю, здесь, наверное, столько комаров. О, еще и каких. Москитов. О, если бы тут на самом деле были крокодилы, меня бы комары в последнюю очередь беспокоили. Да нафиг. Так, ну и все, сейчас мы плывем к этому, да? Ну да. Ну да. Открываем Погнали там тогда. калитку. А есть у нас посередине что такое? А, тут, кстати, можно зайти, там, по-моему, что-то будет интересное. А вот что именно, я не помню, если честно. Но что-то будет. А может и нет. Здесь курица. Она уже того стоила. Да вот же тут скоробей. Блин. Вон, яички у нас тут есть. Тебе одно оставил. Скучаешь. Скушаешь яичко. Да, едят они их тут прикольно. Ну-ка. Чё? Ну, нормально. А где яйца-то? А, вот за углом тут. А, вон запряталась. На тебе еще одно. Подлечись. Там мне одного хватило бы. На такую раму. Ну ты да. Должен постоянно поддерживать уровень белка. А иначе... Тяжело быть бизоном. А иначе все, сдуешься. Так, что, поводить решил, что ли? I'll drive. Окей. Спасибо. Где? Так, ну в целом это было нормально. Вот это нормально. Ты паркуешься, конечно, я подумал, мы сейчас влупимся в стену. Ну, женщина за рулем, там, сам понимаешь. Ну да. Три. Четыре. Шо? Тоже загадочный замок совершенно. Ну, Resident Evil, чё. Да. Японцы. Как эту картинку видел. Что сейчас происходит в Японии там? Ну, есть же так вот диаграмма, так, там процентики такие. Тут 100% написано какая-то непонятная херня. Всегда. Всегда и постоянно и везде в Японии. Ты у меня как киборг. Альди. Да, таким голосом это вообще смешно было. Ну-ка, секунду. По-моему, что-то взорвалось. Подумал, что тебе. А, вон. Сверху. Вот. А, вон он, гад. Что это за патроны? Как у Рэмбо? А, ну да. Тогда понятно. Быстрее из этого говна выходим. Штирлиц подергал ручку дверей. Дверь не открывалась. Штирлиц еще раз подергал ручку двери. Подожди, что они там делают? Дверь не открывалась. Штирлиц сильнее подернул ручку двери. Дверь не открывалась. Штирлиц ударил ногой, дверь не открылась. Закрыто, подумал Штирлиц. Так, а что это такое? Там у нас ловушки, по-моему. Такие беспалево, да? Ну, что-то у меня такое ощущение, что сейчас мы познаем боль. Ну, сейчас да, сейчас на самом деле очень геморное место будет. Ну как? Как обычно? Как обычно. Ничего нового, все как всегда, геморно. Шкура зебры от гена. Зебра! Чё, зря нагинался, что ли? Взял все золото, поднял. Поясницу надорвал. Здесь у нас, смотри-ка, трава зеленая. Хорошо. Блин, черепа с таким противным хрупанием разлетаются. Ну да. Ой, я помню этот момент. Тут, да, тут будет непросто. Так, тут патроны есть, может, возьмешь? Ты, я как бы и не против. На пистолет.
не с той стороны зашел. Так, какая разница? А, то есть герои идут в обход. Да я все скачу. А тут еще наверху есть, можешь подняться. А, здесь еще на второй этаж есть. А, вот может, если сейчас будут проблемы, сюда поднимемся и... Да, тут можно скинуть эти факелы. В углу патрона. Ну, понятно. Я думаю, это неплохое место, чтобы обороняться. Ну, они тут сигают так, что я тебе хочу сказать, нам это не сильно поможет. Ой, особенно если я буду скидывать лестницу. Да, да. Я просто хотел спуститься. Конечно. Чё это было? Кто-то был. Капец. Да? А вон идут уже. Так, ну... Я думаю, нужно отстреливаться. Да? Да. Это как Black Hawk Down. Они, говорят, стреляют нас. Что нам делать? И вы стреляете, да, такой. Они стреляют! Они по нам стреляют! И вы стреляете. Офигеть, я посмотри, какая дура. Да, я ж тебе говорю. Ходи оттуда пойти. Пошел наверх. Так он этот. А как тот толстячок был. Ребята также реагируют. Тебе там гость зашел. Да. Получи гость. Загорелся, гад. Ой. Офигеть, они прыгают. Я по лестнице как старомодный парень такой. Ты дурой машет, я как раз спрыгнул. Да елки-палки. Елки-палки. Ох, офигеть, тут полный набор счастья просто. Там один Плагос и два этих здоровенных ходят. Так, ну, ну хорошо. Ну, допустим. Ну, да блин, он еще бегает. Чуть сопротивляется, гад такой. Ага. У меня есть сюрприз. Давай. Камар! О, блин, ты посмотри, даже не упал никто. Ага. Такие моменты начинаешь чувствовать себя... неполноценным каким-то. Отходи, отходи, не надо. Да нормально. О, апперкот. Уже не могу, все, я сейчас капну, походу. Я сейчас точно хапну. Так, ну ладно, допустим. Нас не... Ох, офигеть. Еще и ржет, когда бежит. Да вообще подло. Вообще, боюсь. Оп! Пошло! Да хватит ржать уже! Там подержи! Да, нормально так. Да. Они все живы там. Офигеть! Вот это мне влетело. Да сколько их там? Вот, вот таких вот тяжелых. Ай, сзади! Не трогай ее! Сломай шею. Стивен Сигал. Офигеть. Я ничего не хочу, я бегу. Пойдем наверх туда. Да, тут мой сам поможет. Ребята. Блин, ты посмотри. Нифига, он как Нео уворачивает. Так, наверху плохо. Наверх не надо. Мы умрем, мы все умрем. Мы все. Мы все. А, точно умрем. На 12 патронов пистолет, потрясающе. Стивен Сигал. Че ты творишь? Шей ломаешь. Господи. Да офигеть, ну. В этой игре не хватает, блин, какой-нибудь кнопки у ворота, что ли. Раз персонажи такие, как в танке двигаются медленно. Ну да. Тебе там нужно подлечиться, нет? Да как бы было бы неплохо. Где-то. Сейчас я подбегу, подожди. Ой, за тобой там Плага бежит, давай. Все, сваливаем. И каждую свою сторону. Спецназ. Зоопарк скорее. Можно и так.
Ой, блин. Офигеть. О, это что было? Так, бери там ключ какой-то, чтобы это ни было. Ну, взял. Я не ключ, у меня тут револьвер. А, за револьвер. Ну, это убойная штука. Ну, у меня выбора особого нет. И я, главное, тут заперт, походу, нет? Они меня постреливают. Возможно. Но я сейчас их тут поснимаю потихоньку. О, если меня не снимут. Да хватит ржать, уроды. Блин, эту маску вообще не пришибить, походу. Никаким калибром. Зато я им по яйцам стрелял неплохо. Вот то, наверное, его единственное слабое место. Хороший, плохой. Яйца у всех есть, да? Ну да. О, как я удачно. Все, наконец-то я его. О, блин, откуда ты взялся? Да свали ты уже от меня. Блин, вот он стоит, он целится, он стоит, перезаряжается, он стоит, он все. А пока он не перезаряется, ты только и можешь, что... Блин, попробуй. Спокойствие. В упор с такого револьвера. Это да, как это? Да, это мощно. Такой ствол это, да. Так, что, остались считанные негры. Считанные негры остались. Да. Вот. Здесь какой-то неразложившийся негр. И что там какой-то буйный был. Вот этот лежит и не умирает. То есть не исчезает. Почему бы это? Ну там можно было с них собрать всякие штуки. Вкусные. Фу. Отмахались. Я же говорил, будет прикольно. А мне понравилось. Вот тут так заманчиво лежит, но если я наступлю, меня убьют. Да, я был прав. Причем, зная. Я слышу издалека такие крики. Продолжат двигаться туда. Ну, блин, ну не идиот. Ладно, сейчас я яичко скушаю. Кушай, кушай. Кушай, да. Я еще так обкобуру разбил. В рукоятку пистолета. Так, патроны магнум. Патроны с картечью. Хочешь магнум? Нет. А я хочу. Ну какая дура. Да. С ней я ощущаю себя крокодилом Данди. В школоте, конечно, это ничего не скажет. Ну или там Истон. Ну или так. Грязным Гарри, да? Оп, подтягиваемся. А у меня сигануло на 4 метра высоту. А, так, сейчас, короче, будешь крутить, а я должен пробежать по мосту. Главное, не отпускай, потому что как только отпустишь, я полечу вниз. Ну? Я знаю твои намерения. Да успокойся, нормально все будет. Я знаю, ты специально. Не, это что, нет? Конечно. Да, не волнуйся, все равно контрольная точка тут. Так. Ладно, доверие, доверие, тимворк. Все у нас будет хорошо. Командная игра. Я просто, ты так сказал, что я не мог удержаться. Так, ладно. Третий раз уже, да? Нет, почему третий? Второй раз что-то там было. Ну да. Третий раз вот это. Нет, ну там мне просто заставляло как ты. Да папа, блин, это... Я понимаю. Я не специально. Это не может не нравиться. Я не специально это сделал. Какой капец. Я должен сначала дверь открыть, зайти, а потом только отпускать. В общем, все хорошо. По команде. Да я случайно просто эту кнопку отпустил. Можно сказать, это был спазм мышц. Я уже боюсь. Сейчас можешь отпускать. Не зря боишься, надо сказать. Так. Да блин, укусила все таки скотина. Теперь я понимаю, что мне дверь уже никто не откроет тут. Да нафиг она надо. Да что такое? Меня тут змеи грызут.
Так, а ты вообще где? Я на этаж ниже. Тогда сейчас я спущусь. Нет, я на этаж выше, вернее. Ну да, я смотрю, что лестница что-то наверх как-то идет. Странно. Копай. Парадокс. Какой там? Инсепшн.